Там бар, водопады. Арина с Юлей плавают с папой. Привет! Это вот наше место отдыха. Лежаки вон. Дедушка с бабушкой пошли плавать. Ариш, что опять происходит у тебя? Да, ничего. Опять вредничаешь? Такой классный отель вообще. Бассейн вообще огонь. Водопадики. Дедушка вон. Это вот наш корпус. За лежаками наш корпус. Мы живем на втором этаже. У нас очень большая территория отелей. Вы что, под водой решили плавать, товарищи? О! Поплавочек. И папа за ней. О! Бабушка с дедушкой. Как водичка? Водичка как вам? Класс? Всей семьей в бассейн плаваем. Погода очень солнечная, жарко вообще. Ну что ты делаешь, а? Снимаю видео, он ко мне пристает. Ну, я видео снимаю. Привет, скажи вам зрителям. Привет. Что, ныряем? Люлек поплавок. Сочи плавать научилась. Аришка, скажи привет зрителям. Всем привет! Все, расскажи, как твой день сегодня проходит. Ну, плаваем в бассейне, все хорошо. А где ты сегодня ночевала? В другом отеле? У бабушки. В спортивном квартале. Ну все, Юляшечка у нас разошлась, расплавалась. На радио.
Папа под водой сидит. Ну что, как? Хорошо. С маской линзы намного. Что, не получилось? Рыбонька. Ты лучше вперед кувырок делай, а не назад. Назад сложно. Давай. А, брызгали. Чё вы меня брызгаете? Кушай давай булочку. Давай ешь, милая. Надо скушать его, Юр. Я тебе другой дам, там еще есть. Что, Иришка, наплавалась? Вот у нас обед своего рода такой. У нас только завтраки и ужины включены. Обедаем, где придется, да? Папа наплавался. Смотри, Юль, папа наплавался. Поехали сейчас на экскурсию. Сами еще пока не знаем, куда. Вон киски тут ходят. Сейчас пойдем в КПП. А там, скорее всего, вот там уже наш автобус стоит. Но это не точно, мы не знаем. О, велосипед, на нем вчера папа приехал. А самокат уже угнали, на котором я ездила. Пошли. Пошли на другое КПП. Сейчас подошел парень, предложил поехать в Абхазию. Говорит, Абхазию открыли. Можно съездить на экскурсию, порыбачить. А мы сегодня сейчас едем уже на другую экскурсию. Это, походу, наш автобус. Так, хорошо, прохладненько. Как в самолете почти. Да не будет народу, садитесь, да и все. Не, вот с этих вот. Ришка. Поедем сейчас. Красивого города Сочи. Мы с вами будем знакомиться с исторической его частью. Мы побываем с вами в одном из самых крупных парков культуры отдыха, где располагается изобилие детских аттракционов, которые начали наконец-таки работать с 18 числа. Вдруг вы впадете в детство, можете покататься. У вас будет для этого почти целый час времени. Посмотрим, как мы доедем. Может быть, будет чуть-чуть больше, может быть, чуть-чуть меньше. В этом парке мы с вами будем совершать небольшую прогулку. Парк у нас популярный, потому что существует уже много-много лет, с 1896 года, открыт для посещения абсолютно всех гостей. Считается парком, ну скажем так, коренного понимания, что такое Сочи. Вы сегодня
Прогуливаясь в нем, увидите деревья большого размера, мы их называем исполинами. Они свидетели всей истории возникновения и создания нашего замечательного города, того, который вы сегодня увидите. Конечно, не весь он падет перед вашими ногами, потому что он большой, протяженный. Его протяженность 145 километров. Вы увидите только сегодня 3 административных района, в четвертом вы не побываете вообще. Знаменитая Медея, дочь колхидского царя, волшебница. Рассказывала Ясуну о нашем... Вот эту самую пробку мы с вами проехали по дорогам дублером современным, а сейчас мы уже непосредственно в городе. Вы сами понимаете, что город не был готов к такому изобилию транспорта, которое сейчас у нас есть. Вообще раньше в городе транспорт ходил очень редко. Экскурсионные автобусы выглядели как современная матрешка красная. Видели матрешку двухэтажную? У вас там ходит на бархатных сезонах. Вот такой экскурсионный автобус в виде таблетки с открытыми окнами у нас ходил когда-то в Сочи. По левой стороне канатная дорога, поднимающая верхнюю часть парка Дендрарий. Снова по левой стороне наш сочинский цирк. Сочинский цирк закладывал в 1971 году знаменитый наш Юрий Никулин. Юрий Никулин любил Сочи. Здесь снимался фильм с его участием. Он называл... Нами видно его? Вот оно, внимание, вот оно. Это наш сочинский зимний театр, это Парфенон, у него 88 колонн монолитов, вытесанных из единого камня. Он весь обрамлен потрясающим красивым розовым, бледно-розовым мрамором, огромная красивая настоящая бархатная штора, весит 3 тонны, также красиво настоящая большая люстра из горного хрусталя. Театр построен в 1938 году по выбранному Сталином проекту. Там есть мемориальная арка высотой 22 метра, выполненная из белого мрамора. В нижней части арки стоит человек, держащий руки перед собой. Это хирург. Хирурги Агапчев, Чебриков делали более 50 операций в день. Кстати, друзья мои, мы совсем скоро выходим, готовьтесь к высадке десанта. И еще, когда мы с вами выйдем, мой голос станет тише, при этом вас не станет меньше. Поэтому я вас очень прошу, пожалуйста, сейчас послушайте меня внимательно. Мы сейчас с вами, после того, как выйдем, будем уходить в пешеходный переход вниз. Вы видите, что здесь паркуется общественный транспорт и также останавливается экскурсионный транспорт. Поэтому мы с вами аккуратненько тоже постараемся остановиться, выйти. И наша задача через подземный пешеходный переход всем вместе при... Я вижу.
пришел в Григорьево, подходим, покупаем билеты. Подходим, покупаем билетики на самую экстремальную программу. Зачем нам кинотеатр? Пошлите туда. Да что там делать? А тут что? Как тебе? Мама, у меня хайло. Нормально? Парк, да. Обычный парк, как в любом городе. Ничего такого. Просто длинный такой. Ну да. Еще один дом перевертыш, уже третий, который мы тут нашли. И карусельки. И что там? Сейчас поедете на паровой машине. Арина у нас подросла. Теперь ее пустят на взрослой карусели наконец-то. Вы нам карточку-то вернете? Наверное. Она сказала в кассу вернуть. Возьми пока. Пошлите, пошлите, пошлите. Пошли в замок ужасов. Прям как в компьютерной игре, да? В какой нам садится? Зомби какой. Смотрите, какой страшный зомби. Юль, ну ты сама сюда пришла. Поэтому не ной. Сейчас вот такие страшилки будут на нас нападать со всех сторон. Он не двигается. На Юле. Отойди. Отойди. Что-то там такое жуткое. Погнали. Да ладно, ты не бойся, ты сама сюда захотела, вот поехали. Чтоб, наверное, зомбаки не съели. Держитесь крепко, чтоб нас никакие зомби тут не сожрали. Вон, мерзкая какая-то хрень. Вот смотри, наверху летит. Thank you.
страшно? А тебе? Нет. Уже приехали. Ну что, испугалась? Нет. Зато кое-кто ноет, да? Сейчас вот на эту пойдем. Что не закончат кататься? И мы с Алиной пойдем на эту, да? Ну вот на этой реально можно обкакаться от страха. На этой я точно кататься не буду. Юль, на ту пойдешь? Да, что да? Ты везде, да, потом сама боишься. Теперь Алину пускают. Пускают на карусель, так бы не пустили. Можно пройти вот сюда А тебе как? Чё? Я думала, там не сильно качает. Сильно качает? Понравилось? Пойдем. Да. То есть они не будут больше кататься? Все, вот это вот.
Марина, Юля, помахали маме. Юля, маме помахали. Маши маме. Что, сейчас поедете, девчонки? Не страшно? Страшно? Арин, тебе же нравится турбулентность, это то же самое. Все, поехали. Так вот, я тебе говорила же, что это не страшно. А Юли нет. Полетели такие. Как раз сейчас они катаются и все. Все останавливаются. Что, как вам, Юля, понравилось? Да. А там круто. Ну все, пошлите на выход. Сейчас поедем на каком-то катере кататься. Там самый большой катамаран.